Всем привет, это один день из моей студенческой жизни. Сегодня понедельник, а это значит, что у меня йога в 8 утра. Затем в 10 часов я возвращалась домой, все вот так красиво цветет, я обожаю. Затем я помылась, позавтракала и в обед начала собираться в университет. Сначала я пошла в библиотеку для того, чтобы почитать, а потом у нас была политика на немецком. Где-то в 5 часов вечера я пошла домой, вот так вот все красиво, и начала повторять экономику для экзамена. Всем пока!